не станет больше мира. То, что ими забыто. Здесь ты вспомнишь. То, что мы вспоминаем. Йоса, ты меня слышишь? Тебе нужно уходить отсюда! Ты? Что привело тебя сюда? Зачем ты здесь? Я Фрей из племени Скаалов. Я здесь, чтобы спасти мой народ. Или отомстить за него. Нам вернется. Я и сама не знаю. Что-то завладело разумом большинства жителей Солстейма. И они, забыв себя, трудятся над этими ужасными сооружениями, которые осквернили камни, осквернили саму землю. Мой отец Торн, наш шаман, говорит, что на Солстейм вернулся Мирак. Но это невозможно. В таком случае у нас двоих есть причина разобраться в этом деле до конца. Ну, пошли. Больше мне тут нечего делать. Камню, дерево и моим друзьям пока ничем не помочь. Нужно найти способ пробраться в храм внизу. Мало кого из нас не тронуло это проклятие. Мой отец Торн — шаман. Он остается в деревне и защищает ее жителей. У меня есть амулет, который защищает меня от того, что завладело скалами. Но он единственный в своем роде. Если я не найду способа спасти тогда мой народ, надеяться будет не на что. Тут кто-нибудь есть? Да, весь мир. Это древний камень силы. Наша связь с Всесоздателем. Он олицетворяет один из аспектов. Кто там? Что хранишь меня, Всесоздатель? Теперь ты мне поможешь? Нам нельзя больше медлить. Прежде чем продвигаться дальше в храм, нужно проверить, нет ли в этих комнатах чего-нибудь полезного. Должны быть осторожны в этих руинах. Повсюду могут быть ловушки, и, скорее всего, немало. Это крепость Мирак. Он шел к власти и хотел защитить себя. Я даже думать боюсь о том, что здесь происходило. Кто были те несчастные, кого запирали в этих клетках? Каким путем подбегалось? А ты еще откуда? Будешь знать. Yeah.
Начеку. Пора с этим кончать. Больше шансов пробраться через все эти ловушки, чем у меня. Уверена, что тот рычаг отключает линки. Я пока подожду здесь. Добраться. Будем надеяться, что это последняя из ловушек. Thank you.
такое узнал Миран, но это заставило его пойти против хозяев. Это был жестокий путь. Интересно, кто там? Узнаем ли мы в итоге, что же произошло? Жаль, но другого выбора не было. Интересно. Возможно, это стоит исследовать. Я не могу подвести мой народ. Насколько же тут глубоко? Мне говорили, что сила Мирака была велика. Но построить такой огромный храм... Не нравится мне это. Теперь уже, наверное, недалеко. Я нутром чувствую. Я слышала, что Мирак выступил против культа дракона, но выставлять останки вот так. Что-то не так. Приготовься. Это что там? Тупик? Невероятно. Должно быть что-то еще. Посмотри вокруг. Я дам знать, если найду что-нибудь в обеденном зале. Я так и знала. В обеденном зале открылся тайный проход. Наверное, это здесь. Пошли скорее.
Интересно, есть здесь какие-нибудь упоминания об истории Мирака? Ничего, кроме испорченных книг. Зловещая тишина. Боюсь, нет никаких оснований надеяться, что и дальше так будет. Будь начеку. Возможно, это то, что мы ищем. Скоро настанет час, когда... Как смеешь врываться сюда? А, ты из дракона рожден. Я чувствую. Но все же... И так от твоей руки пал Алдуин. Отлично. Я и сам бы мог убить его тогда, когда еще бродил по земле. Но я решил пойти другим путем. Ты даже не представляешь себе, какими силами на самом деле владеют драконнорожденные. А это царство тебе не по зубам. У тебя здесь нет власти. И Солстейн тоже скоро будет моим. Это только вопрос времени. Я уже полностью контролирую разум его жизни. Скоро они закончат строить мне храм, и я, наконец, вернусь домой. Отправьте его туда, откуда он пришел.
Он может подождать моего прибытия вместе со всеми остальными обитателями Тамриэля. Что это с тобой было? Книга у тебя в руках, а потом вдруг было такое ощущение, что на самом деле тебя здесь нет. Я видела тебя и одновременно видела сквозь тебя. Где? Где он? Мы можем добраться до него, убить его. Но это же очень опасно. Надо вернуться в деревню и рассказать все моему отцу. Может быть, Сторн поймет, в чем тут дело. Идем. Вон там, кажется, выход. Видишь этот зеленый свет? Он идет от камня ветра. Там мой народ работает против своей воли. Их нужно освободить. Деревня прямо перед нами. Сторн использовал магию, чтобы построить вокруг нее барьер и защитить немногих оставшихся. То, что барьер еще стоит, здесь так добрый светло. Знак. Не понимаю, как ты это переносишь? Значит, у тебя были видения, да? Моя магия слабеет, а вместе с ней и барьер вокруг нашей деревни. Времени мало. Расскажи мне все, что знаешь. Откуда ты это знаешь? В легендах говорится об этом месте. Об ужасных битвах, которые разыгрались вокруг храма. О том, что драконы в ярости сожгли его дотла. Говорится еще, что под развалинами погребено нечто похуже драконов. Трудно поверить, но если это правда, это значит, что произошло то, чего я боялся. На самом деле Мирак никуда не исчезал, и теперь он вернулся. Если тебе удалось попасть в то место и увидеть его, ты как и Мирак. Ты из драконорожденных?
Значит, возможно, вы с ним как-то связаны. Старые легенды говорят, что он тоже был драконорожденным. Я и сам не знаю. Возможно, это значит, что в твоих силах спасти нас. Но возможно также, что ты приблизишь наш конец. Наше время на исходе. Те немногие, кто еще не потерял контроль над собой, вряд ли еще долго смогут сопротивляться. Тебе следует отправиться к заставе Сиринга. Узнай там слово, которое Мирак узнал давным-давно, и используй это знание у Камня Ветра. Возможно, ты сумеешь ослабить его хватку и освободить наших людей из-под его контроля. Какие-то темные силы завладели ими, заставили забыть себя и действовать против собственной природы. Сначала это происходило только по ночам, но теперь они круглосуточно строят странное святилище возле Камня Ветра. Я думаю, что если это святилище разрушить, скалы снова будут свободны. Да сбережет тебя Всесоздатель. Кто там?
Я не понимаю, как я тут оказался. Я с ума схожу, наверное. И все остальные. Это удивительно и ужасно. Слава Всесоздателю. Мы спасены благодаря тебе. Тебе удалось победить. Я чувствую это. Ветер переменился. Мы свободны. И это значит, что тебе удалось добиться успеха. Наконец-то. Тебе удалось оказать нам великую услугу. И знай, скалы всегда готовы помочь тем, кто помогает им. Раз тебе удалось очистить камень ветра и освободить мой народ, может быть, ты сумеешь сделать то же для всего Солстейма. Сомневаюсь, что это остановит Мирака, но, может быть, создаст для него помехи. Тут я ничем не могу тебе помочь. И никто не может. Тебе понадобятся знания, которыми обладает сам Мирак. Тебе нужно больше узнать об этой черной книге. Она была у Мирака? Это, похоже, никак не связано с культом драконов. Это темная вещь, противоестественная. Я предпочел бы не иметь с этим дела. Но вот темный эльф, волшебник Нелот... Он пришел к нам некоторое время назад и расспрашивал о черных книгах. По-моему, он многое о них знает. Даже слишком многое. Ищи его на юге, но будь осторожнее. Тут действует что-то еще. Наши легенды о них молчат. Но эти книги и Мирак как-то связаны. Ведь по прочтении черной книги тебе явился именно Мирак. А сила книг идет из того же темного источника, который осквернил камень ветра. Но смотри осторожнее. Ты идешь по тому же пути, что и Мирак. Он тоже их ищет. И одну даже уже нашел. Он показывал ее мне, когда заходил сюда. Она очень похожа на найденную тобой в храме Мирака. Это порождение темной магии, а не Всесоздателя. Ты знаешь историю Матье Беламона и великого предательства в честь...
суть силы камня была извращена. Посредством этой силы и был захвачен разум скалов. Твой крик уничтожил то зло, что управляло камнем, и восстановил его истинную природу, дарованную Всесоздателем. Если ты освободишь и другие камни, какие бы тучи ни сгущались над Солстеймом, их темная сила уменьшится. Да, всего есть 6 священных камней. Ветра, воды, земли, зверя, солнца и дерева. Они поддерживают единство и целостность земли. Фрейя видела, что камень дерева теперь заключен в пределах нового храма Мирака. Я сомневаюсь, что ты сумеешь освободить камень, пока Мирак силен. Но ты, возможно, сумеешь очистить другие камни. Даже если это не остановит Мирака, то может задержать его возвращение. Да сбережет тебя Всесоздатель. Значит, драконы вернулись. Но скалы и не такое переживали.